Ну чё, я говорил? Сказал же, затащим! Слушайте все! Эта катка будет нашей! Остался один челик! Мы его разъебем! Разъебем! Free Fire в реальной жизни! Часть вторая! Ах ты негодник! 3 часа сижу дома, блять, хлеб жду, послава называется! Он сидит тут, блять, выглядит! Это что за... Кто у нас тут такой смелый? В бабку посмел выстрелить? Я в ЖЭК пожалуюсь мне за этот стол компенсации! Мама! Не обращай внимания на столб, нас сейчас убьют! Что? Как нас могут с тобой убить вот из этого? Не неси бурги и давай-ка пиздуй за хлебом. Там борщ стынет. Мама, ну хватит на меня кричать, нас сейчас с тобой поможет. Ты как с матерью разговариваешь? Воспитала на свою горбу подняла. Чтоб на меня голос пиздюк повышал. Ты что ли давно ремня не получал? Так я сейчас тебе напомню. Готовь свой анус. И что это вообще у тебя за хобби? Вроде тебе 30 лет, а он тут сидит... Что за хуйня? Что я наделала? Родного сына! А ведь я просто посылала его за хлебом. Эй, ублюдки, которые стреляли, где вы? Мама, пожалуйста, прекрати. Это все реально. Пожалуйста, иди домой. Кушай без хлеба, борщ. Идем лутаться. Главное успеть забрать лучшую пушку. Ты опередил меня, тварь. Ну ничего, найду другую. Может быть, будет тут? О, заебись, братух, у тебя 2, дай мне 1. Чё тебе дать? Да у вас по 2, да? Вообще рандом, я тебя не знаю. Попался со жлобами. Блин, ну не могли же они все здесь залутать? Здравствуйте. А вы кто такой? Пацаны, я ошибся домом, я без лута, если чё. Ай! Ну чё, готов затащить, братишка? Да я всегда готов. А ты готов? Конечно готов, братан. Я уже разогретый. А чё мы с тобой вдвоем против складов? Я не настолько разогрет. Сейчас пригласим. Ну вот теперь фулл сквад. И чё это за ботяры? Какого ботан назвал? В смысле ботяры? Я в прошлом сезоне с ними мастер. А вы тут все ботаны. Ты чё моих братиков оскорбляешь? Я с ними в огонь и в воду. Мы такое уже повидали. Ты думаешь, как я гранда? Да это боты, по ним видно. Они даже одеты как боты. Ну чё, доволен? Теперь не как боты, ну да? Ладно, ладно, не как боты теперь. Ну а ты сам-то посмотри на себя. А чё тебе не нравится? Прикид, блин, я 3 года назад так ходил. Это олдовские шмотки называются. А это пижама за 5000 алмазов, я сейчас устрою. Слава богу, сам засъебаться решил. Похуй, давайте в 3 всех разъебем. Нам тут всякие боты не нужны в скваде. Ну чё, сука, съел? Ну я ебось, теперь своей пижамой за 5к, блядь, у меня пижама за 10. Вчера все бабки на нее потратил. Нам не похуй на твой донат и на твою пижаму, блядь, скилл не купишь. Ну ща катка начнется, я тебе покажу за свой скилл. Ай-яй-яй, нежданчик. Ща пояснишь за дырочку в столбе. Эй, какого хрена не стреляют? Ой, тихо. Бабуль, ты какими судьбами? Ты что делаешь? Чё, не видишь, что ли? Ромашки собирают для чая. Чё, бабки в поле уже выйти нельзя? Бабуль, да тут королевская битва. Но раз битва, так мне нужна пушка. Дай мне свою пукалку. А теперь посмотри туда, мне кажется, там кто-то есть. Да ну нахер! Развели дурака. Получил свинца по сраке? Это тебе за мой столб, пиздюк. И за сынульку моего. А то чё, думал, столб испортил, я так это все оставлю. Не на ту бабку напал. Да, заебись, залутались, пацаны. Пушка топовая, да? Может, поделишься? Руки убери. Да, блядь, мы же в одной команде. Убери топор, дебил. Ты зажопил для тиммейта пушку. Да пошел в жопу, я тебя вообще знать не знаю. Ботяра рандомный. Тиммейты называют. И почему не всегда гандоны в катке попадаются? Ну ничего, затащу в соло. Ай, блядь, пожалуйста, не добивай. Не убивай. Еще один токсик. Эмоции мне тут показывает. Тварь. Ща меня поднимут, я тебе эти эмоции в жопу засуну. Выебывайся, выебывайся. Да хоть 10 покажи. Ща мои братья придут. Хуй кто придет. Проси уже маму норм интернет поставить. Этот пинг уже заеб. Братан, ну не бери все, сейчас отпингуют, я заберу, это мой лут. В смысле не бери, а я что, без лута? Я его еще до тебя приметил. Да, блядь, у меня просто пингуют. Сейчас отпингуют, я все заберу, я же не виноват. Тварь, ну проси уже не забирать все. Что за тиммейты пошли? Эй, ребята, я нашел гриб. А для чего в этой игре нужен гриб?
О, это найс тема. Схавай его, братишка. О, да. Найс тема. Грипп это тема. Ну чё, пацаны, сказал же, затащим. Да, да, это наша катка. Красавчики, братишки. Дали мне сковородка одного, второго альбома. Пацаны, топ 2 уже. Так, 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 пацаны, последний схват остался. Павлушу нахуй. Иди раш. Ты давай раших, а мы поднимем Павлушу. Всё под контролем, беги, мы сзади. Павлуша, Павлуша, ты как там, пацаны, живой? Пацаны, оставьте меня, топ 1 почти забрали. Да не ссы, всё норм, под контролем. Не надо, не надо. Чё, в натуре не надо, ну окей, давай. Ты главное не ссы. Блять, Павлуша, сорян, ну зона просто. Ладно, я передумал, подними меня по-братски. Ну зона бьет, не могу. Да по-братски подними, фига, ты успеешь, по хуйне. Не, сорян, я съебываю. Говори во мне, мама, не играй с рандомами. Кинут в трудную минуту. А на сегодня, братик, у меня все. С тобой был отец Евген и его самые топовые озвучечки в интернетике. Обязательно поставь лайкусик, если этот видеоролик тебе понравился, и напиши какой-нибудь комментарий. А также ты можешь сделать репосты или вырезать какой-нибудь крутой момент и залить его в ТикТок. Ну и само собой, подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. Увидимся. Пока-пока.